И вновь я вас приветствую, мои дорогие подписчики и гости канала Energames. Продолжаем с вами прохождение дополнения Викинг Конгвест к игре Mount Blade Warband. Так, после захвата Хантуны, остались у меня тут недобиточки, да, Уэссекса королевства. Блин, ну гнаться за ними, наверное, смысла не будет, потому что я не догоню их со своей армией. Так, кстати, давайте повысим... Так, Херсир Норман, своих воинов. Так, могучий воин, копейщик Норман, элитный копейщик. Так, ну давайте англа тоже повысим, да, воина англа. Вот так вот. Подумал я и решил, давайте попробуем. Так, Херсир Сигберта, значит, короче, мы ему дадим вольную, ну как воину, Хамтуны, пускай он охраняет. Задание, так, совершить налет нет, патрулировать окрестности. Так, вот, как раз, не, подожди, Хамтун. Что еще у нас тут есть? Так, так, так. Дорихэм, Дунхэм Западный, ух ты, блин, сколько поселений, в принципе. Ладненько, где у нас был Хамтуны? Так, хорошо, я так и сделаю, но надеюсь, ты так и сделаешь, собака. Если ты так не сделаешь, пипец тебе будет. 184 бойца у него на данный момент, ну, в принципе, осилит он этих... англосаксов. Так, еще бы. Значит, у нас получается... Блять, не то. Пардон, друзья. Пардон. Так, фракции земли варягов. Состояние войны с королевством Дания. Это херня. Королевство херня. Состояние войны с королевством Гвинет. Так, Ольстер, Ланстер, Манстер, Коннахт, Айлехмиде. Со всеми этими королевствами, практически со всеми королевствами я в войне. Так, Гвинет мы соседствуем с Гвинидом. Вот они мне тоже налеты тут будут делать по-любому. Так, значит, Трефвент навряд ли, они тут им надо будет обходить. Значит, мне надо сделать что? Восточный Трефбрихиниок и западный Трефбрихиниок. Но вот эти два поселения... Ну, Кайр-Вент, может быть. Еще бы каких-нибудь своих вассалов найти и сюда на охрану пустить. Пока я буду плавать к Дористаду и в Рибе нанимать норманов. Блин, конечно, это затея пипец. Авантюра такая. Блин, пока я туда доплыву, столько всего произойдет. Ладненько, посмотрим. План есть план. Давайте попробуем его осуществить. Значит, где мне найти еще своих вассалов? А, блин. Это, конечно, вопрос. Так, вассалов-то у меня до хрена и больше. Херсир Морган. Блин, где ты обитаешь? Последний раз около Дунвика. Ладненько, давайте мы до Дунвика пройдемся. Заодно я... захваченные замки и деревушки прихвачу себе, прихватизирую, да? И, может быть, по пути нам кто-нибудь встретится. Помчали. Так, ты оставайся здесь, собака, охраняй Хамтуны. Куда ты пошел-то? За мной, что ли, следует? Нет. На пополняшку пошел, что ли? Так, Херсир Сигберт, я не помню. А, блин, что у тебя там? Из владений. Херсир Сигберт. Рандерсбург. Грантерхэм. Ага. Он в своей деревушечке идет за пополнением, понял. Так, ну, в принципе, гарнизончик там 149 бойцов, я думаю, осилит. Если будет сообщашка, что не захватяшка, осаждашка, то, я думаю, мы успевашка туда
На отбивашка от врагашка. О, возвращается. Одумался. Предводитель бандитов разорил Вебергбула. Блять. Как так-то? Вебергбур. Блин, бандиты тут расплодились, а? Кто-то мышей тут не ловит. Один из моих вассалов. Опа, разграблено. Угу. Так, лучник ангел. Восточный треф. Дуф, зашибись. Так, медовый зал. Поглядим, что у нас тут. О, посредник, зашибись. Подожди, подожди, я продам людей, потом с тобой повоюем. Где эта скотина? На тебе. На тебе, гад, ты на кого напал, блядь. Так, теперь, что у нас тут? Посредник, угу, хозяин медового зала. Сколько там вообще отношение местного населения ко мне? 82. Ну, можно, в принципе, тыщеночку вкинуть. Так, зайдем-ка мы к себе посетить зал лорда. Опаньки, смотрите, полна горница людей. Это все, блин, пришли ко мне служить. Нахрен вы мне все тут нужны? Мать вашу, а? Зачем вы мне тут нужны? Япона-мать, правда, столько народу. О, Гверзила, здорово, Ярл Хубби Рагнарсон. Приветствую вас, господин. Должно быть, вы наслышаны о том, как со мной плохо обращался. Сколько у нас? Минус 3. Ну, в принципе, блин. Минус 3 это еще нормально. Ну, ладненько, давай. Клятву верности. Так. Так, так. У меня, в принципе, у тебя есть задание для тебя. Давай-ка ты будешь патрулировать окрестности... Там западный и восточный брехенек, по-моему, да? Так, где тут брехенек? Вот. Восточный треф брехенек. Хорошо, я так и сделаю. Давай, мчи туда. Ярл Хубби, а я тебе какую-нибудь деревушечку дам. Так, беда. Одному из моих подданных. Так, Кипанхэм нет. Ой, блин. Конституция там Хамтуне. Кипан Хэм нет. Хэм. Эскен Хэм. Кипан Хэм. Давай восточный Кипан Хэм. Вот этот я ему дам. Так, где он, блин? Минус 100, обалдеть! Скоро будет против меня меч поднимать. Да и все остальные. Минус 76, 65, минус 50, минус 100. Еще один есть, нет наделов у него. Может, из-за этого обиженный. Так. Так, так, так. А где он, мать его, есть-то? Вот он. Надел один у него почему-то показано. Ярл Хубби. Ладно, на тебе еще один. Так, кто-то там опять обиделся на меня. Ну, ладненькось. Дальше. Хозяин Копенхэма, я становлюсь. Это мое.
Хамтуны, я становлюсь хозяином Хамтуны. Систер, я становлюсь хозяином. Я! Все мне! Все мне! Все мне! И это тоже мне. И это тоже мне. Все, на сегодня все. Так, ты кто он тут будешь такой? Херсир Гутерм Харльдсон. Сколько у нас? Минус 6. О! Извините, ваши услуги мне не требуются. Так, и он присягнул кому? Королевство? Королевство Нортумбрия. Так. Херсир Сигурд Рагнарсон. Ну-ка, ты кто такой? Минус 100, зашибись. А ты уже у нас служишь, да, у меня? Значит, у тебя наделов нету. Но все равно я тебе дам задание по охране патрулирования окрестностей... Так. Давай тоже в западный газой. Ты в западный. Так, здесь минус 31. Ладненько, давай клятву верности. Я у тебя возьму и пошлю тебя тоже. Патрулируй окрестности, пока что меня не будет. Так, ну и все пока что. Пока что все. Медланка, мы с тобой потом как-нибудь пообщаемся. Хотя неплохо бы, блин. Праздник, вотчина. Ну-ка, что там у нас? У меня тут венца зашибись. Или не так уж много, медовухи тоже не так уж много. Давайте-ка сюда я медовуху еще поставлю. Так, блин, что не перетаскивается, ладно, хрен с ним. Да, венцо еще сюда вкинем. Медовушку еще ладненько вкину. Так, назад. Я подумаю устроить праздник. Хорошая мысль, муж мой. Однако, чтобы обидеть ненароком гостей, чтобы не обидеть, мы должны запастись. Так, все, давай-ка мне скажи, что у нас. Пищи, то ее нужно мало. Так. И разнообразия очень мало в пище. Так, что до напитков, которые гости ожидают, и немало, то их количество замечательное и разнообразие замечательное. Напитки. Что до ювелирных украшений, которые мы покажем нашу щедрость и благосостояние, то их количество замечательное. Что до мехов, которые необходимы для удобств, их количество замечательное. Значит, в целом наш стол оценят как мало. Значит, пищи мало, да? Так, пополнить нашу кладовую. Хорошо. Я сюда еще захреначу.
Хлеб, хлеб, вот так вот. Ну и вяленое мясо еще вкиданем. Ладно, давайте еще раз посмотрим, что у нас есть. Так, пища. Замечательное разнообразие, не то не сё. Блять, как так-то? Разнообразие приличный. Блять, у меня там так и разнообразие, это дохрена всего. Медлан, ты шибанулась? Только одной пшеницы дохренища. Но если только сыров еще. Ладно, хорошо. Обождем давай. Но уже немножечко прям у нас получаться становится. Так, уходим отсюда. Пока что мне тут больше ничего не надо, да? Если только поиск новобранцев сделать. Один копейщик ангел. Ну ладненько, давай я его найму. И все, что в шиши-шматю, которое у меня есть. Так, а кто это у нас тут? А, это пацаны пойдут на патрулирование, да? Блять, чё? Морган, ну что ж ты с одним бойцом? 19 бойцов, куда вы? Блин, ну ладно, в заложники вас возьмут, да пофигу мне на вас. Так, двое пошли. Блин, заслал. Так, мы до форта Данов идем. Чтобы тут скинуть имеющиеся у нас тут шматье, да? Так, Гвинет, вот, смотрите, Трефвент. Бля, Трефвент, это что, мой замок? Подожди. Нет, это деревушечка. Во, в Трефвент надо еще кого-нибудь сейчас будет отправить. На патрулирование. Так, трофеи. На 5500. Хорошо. 4. Так, нет, 550. Ну, пускай 5334. Вот так вот. Закинули. Обратно в Дунвик. Зайдем в деревушечку. Так, провианту населения посмотрим. Хлебушек. Ну, пускай ладненько будет хлебушек. Блин, а интересно, если свинину оставить. В принципе, она не пропадет в кладовой-то. Я думаю, не пропадет. Давай теперь еще в Дунвик. Быстрее ее скинем, а то, блин, пока мы идем, она точно пропадет. Это свинина. Так, Медланка, приветушки, дорогушечка. Так, наша вотчина. Свежая свинина. Все, кидаем ее сюда. Свежую свинятину. Блин, что еще пшенички, что ли? Ладненько, давай еще пшенички. Так, ну что ты скажешь насчет праздника? Оценит как приличное. Разнообразие приличное. Так, давай обождем. К местным торговцам припасы. Если курятину еще туда добавить. Пшеничку всю возьму, хлебушек тоже, и курятина пускай еще будет. Вот так вот, 430 потратил. Я надеюсь, курятина тут не пропадает. Надеюсь, заморозочкой тут пользуется нормальненько. Так, ячмень сюда вкинем и еще пшеничку. Вот так вот. Назад. Давай-ка устроим праздник, что ты скажешь у нас? Разнообразие отличное, блин. Да как так-то? Почему? Ладненько, давай
Не знаю, может быть, неправильно сложно тут все. Попробуем сделать. Как это по порядку сложить? Не знаю, может это просто мой гон. Так. Значит, пошла сначала курятина, потом свинина. Пшеница пошла. Пшеница, да? Пшеница, пшеница, пшеница. Пшеница. А, не та. Вот так вот. Так, потом... Фрукты нифига, да? Давай, фрукты. Хлеб, 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 хлеб. Хлеб. А, вяленое мясо. Потом пошла у нас рыбка копченая. Пускай 3 будет. Ладно, 4. Так, сыр. Ячмень. Медовуха. И венцо еще. Так, ну-ка назад. Отлично, и все так же. Значит, добавить пшеницы-то тут-то, блин, офигенно много. Даже 2 я возьму, наверное. Сюда бы еще фруктов добавить нам. Хлебушка тоже, я думаю, нормальная. Ячмень, если сыр еще добавить, ну, можно вяленое мясо. Так, назад. Отличный. Подожди, отличный. Стоп, стоп. Возвращаем сюда. Отличный. Да. Это я заберу. Обождем, ладненько, дорогая. Я еще приду. Уходим. Думхэм западный. Что у вас тут есть, братцы? Отлично, фруктики мне подойдут. 6 можно продать в Дористаде. Мед. Возьмем мед. Ну все, янтарь брать не буду. Кто бы что ни говорил. Так, обратненько. Так, вот чины. Фруктики и медочек сюда вкину. Замечательно, просто замечательное разнообразие стало. Пищи, значит, количество замечательное и разнообразие замечательное. Так, ювелирных украшений. Щедрость, благосостояние, то количество замечательное. Что до мехов, то количество замечательное. А в целом наш стол оценит как приличный. Почему приличный, если все замечательно? Ладненько, пора устроить, разосылать приглашение. Давайте разошлем. Блин, те, кто тоже на охранении, блин, тоже сюда явится. Не, давай обождем, пока я плаваю за пополнением. Все, пускай продукты тут будут. Значит, все, уходим отсюда, да? Нет. Что мы тут с гарнизоном? Оставлю я вот этих мудаков здесь. Так, гарнизон здесь трогать не буду. Все, уходим отсюда.
Королевство Уэссекс разграбил Байерхэм. Ах ты, зараза. Трэфконкает. Уроды. Так, сколько прилетело, прилетело, сколько? 21 тысяча, очень мало. Так, Уэссекс предлагает 500 пенни. Отклонить предложение. Провиантик, пшеница, вяленое мясо, хлебушек, шерсть беру. Так, дальше пошли в деревушечку. Грантерхэм. Ячменюшка возьмем, сырочек возьмем, говядину брать не будем, шерсть возьму. Так, далее. Шерсть беру, копченую рыбу беру, вяленое мясо, а, конечно же, беру. И 154 пени я отвалил. Так, кто у нас тут бьется? Христианские проповедники. С христианских проповедников бьет Херсир. Кинон Мап. Киндруин. Подожди, давай я тебе помогу. Может, у нас отношения улучшатся. Все, уже битва закончена. Хотя... Все в атаку, братцы, все в атаку. А у меня для тебя будет задание. Херсир Кинон. Опять девчонок валим. С наступающим вас Новым годом, девчонки. 8 марта. Ну и со всеми остальными праздничками вас. На, держи тебе в спину. Воткнул стрелу в спину, аж сиську проткнул. Так, ну что там, добили девчат-то? Лошадка ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Чё, никак не могу добить, что ли? Чё за хрень, пацаны? Бью, Херсир! Сейчас я её задержу, подожди. Собака, ты тоже её... Вот, смотри, чё, видел? Как надо женщин останавливать. Лошадь на нее направлять. Так. Это что за херня? Приветствую, господин. Должно быть, вы наслышаны о том, а ты откуда взялся вообще? Я сочту за честь, блин, определение креатной верности. Нет, мне не требуется. Я думал, ты мой подданный. Минус 40 ши. Ты что, охренел? Где отсюда? Пшу, вон отсюда. О, королевство Гвинет. Вот это вот мой враг. Херсир Кинон. Запомните его, друзья. Так, как положено, нет, все воинам отдаю, пускай у них боевой дух немножечко приподнимется, к повышению даже кто-то там у меня готов. Воин-ангел, ну давай, знатный ангел, денежка вроде бы нормально. Так, 118 тысяч, что ли, нет. 100, ну понятно. Денежка, короче, хватает. Керл-ангел. Копейщик ангел, ну пускай будет один, не, два будет всадника, всадники мне тоже пригодятся. Так, элитный копейщик и копейщики, и наемники, ветераны. Так, теперь имущество сколько? 107, ну, ошибись. Гвинет, кстати, мы его можем сразу тут и прихлопнуть, мы же воюем с Гвинетом, ну, только я, наверное, его не догоню, ни хрена, да, блин, надо было сразу его валить.
Нам все равно по пути. Может, тут мои какие-нибудь нарисуются. Остановят его подданные. Вот тут он немножко притормозил в посадке, но и я тоже притормаживаю. Блин. Колесо Гвинет разорил восточный трев Дуф. Блин. Как так-то? Ты смотри, блин, разоряют, а? Гады. Так, все, мы догнали этого мудака. Движение позиции. Войны, готовься, стройсь. Вот таким построением вы меня радуете, лучники. Так, пошли поближе. Соратники здесь встали. Лучники сюда же пошли. Пехота пошла сюда. Издает боевой клич. Ну что ж, гаденыш, это тебе не поможет. Так, стрелки мои, братцы, сюда пошли. Вон он на коняшке восседает. Сами его прикрывают. Так, на тебе. Держи. Готов. Оп, пошел замес. Ну что, пацаны, пошли вперед. Пошел замес. Я тут. Ребята, 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 куда вы? Мочи их. Мы попали в дружественного воина. Прости, дружественный воин, я тут нечаянно. Хорошо. Загасили. Давай, братва, мочи их. Мочи их. Вон кучка бежит целая. Блять, дружественные войны, и там опять. Оп, все, спрятались за бугром. Всадник англов невольник Брит замочил.
Блин, остальные убежали. Очень плохо. Очень скверно, что мы упустили их. Ладненько, ранено трое, и то радует. Так, отныне ты у меня в плену, вождь Кинон. Не будешь мне досаждать. Так, ладненько, захвачу я пленников твоих. Так, крестьян брать, не брать. Нафиг они мне нужны. С одной стороны. С другой стороны, можно в гарнизон кинуть. Давай кинем. Окейушки, так, насчет... Давай посмотрим, что у тебя есть. Блин, мне надо было воинам отдать. Ладно, вот так вот возьму, остальное все держите. Повышению воины готовы. Норман. Элитный копейщик. Пардон, друзья. Кашель так и не проходит все. Элитный воин Англ. Фригольдер Англ. Пускай будет Кирол. Ну и всадник. Пригодится. Так, кто у нас тут? Мерси нарисовалась. Тут есть вотчина мерсийцев. Ладненько. Пошли дальше. Провианту населения. Шерсть беру 25. Вяленое мясо. Овощи. Все это беру. Лен. Ну давай, лен 128 возьму. Так. Управление поселением. Пока управлять им не буду. Кайр Систер, Кипанхэм, Брехинёк. В Брехинёке лучше я крестьяна оставлю. Так, переключим эту песенку. В Кайр Систер мы все равно заглянем. Ух ты, это же стражник. Не, французский всадник тоже найму. 8460. Давайте, пацаны. Так, тыщенка тут еще оставлю за мой счет. Всех напою здесь. Так, местным торговцам. Давай, трофеи от битв продадим тут. Припасы. Лен сколько здесь будет стоить? 347, отлично. Я его за 128, по-моему, покупал. Так, вот это вот еще киданем тут. Барахлишка. Опа, это что у нас там было? Дротики 4, ладно, хрен с ними. Так, что у вас тут есть купить? Сосиски. Возьмем сосиски. Сырочек тоже возьмем. Своих людей я буду кормить. От живота, чтобы все были сытые. Вяленого мяса наберу. Пацанам пригодится. Так, шерсть по 167, на всякий случай возьму. Ладно, 172 самый большой, да, отдал. Все, уходим. Так, брехинёк. Чё брехинёк осадили? Блин, не дочитал до конца. 5-6 беру. В осаде, да. Ага, вовремя мы подоспели, братцы. Так, тут что у нас такое? Дезертиры, ты смотри, что разоряют деревню. Ну-ка заодно потренируемся. Думали, Хирсир, блин, мне бы с тобой пообщаться. Так, разоряет восточный треф Брехинёк. Сейчас я к вам приду, блин. Твари. Дезертиры, иди-ка сюда. Стопэ. Пипец тебе. Так. Содержание позиции. Ой, я думал, гористая местность будет. Ну что ж. И то лучше. Сейчас они пойдут в атаку, поэтому пехота пошла сюда. Стрелки, здесь стоим. Как обычно, дружина. Кавалерия у меня вон туда пошла. Музычка классная. Here to the place, I wonder.
Пошел замес. Собака в атаку. Как вы посмели, сволочи, мои деревни грабить? Ого, вот это вчесали. Кавалерия, ну чего ты не догоняешь-то? Я ж тебя послал в битву. Там один, правда. Давай догоняй. Блять, он застрельщик, короче. Уху. Уху, нифига у них заложников. Да всех беру. Мне сейчас пригодятся осаду снимать. Open Valhalla's door. А, давай как блин. Повышение воина готово зато тоже. Копейчики. Наемный ветеран. Опа, кто-то разорил и гвинецкую деревню. Молодцы, пацаны. Так, разграблено. В осаде. Ну-ка. Что такое? Жена одного из ваших воинов просит отпустить его домой. В этом году был плохой урожай. И на его жалование семью не прокормить. Но если муж вернется и будет работать в поле, они могут выжить. Не может быть, вот 200 тебе пеней. На прокорм. Так, женщина и ее муж довольны вашей щедростью. Продолжим. Да ничего не стоит. Опа, что такое? Вам предлагают мирный договор. Королевство Конах предлагаем вам заключить мир. Ну что ж, я принимаю. Конах, сейчас пока не до тебя. 280 бойцов. 26. У меня сколько в строю? 297. Так, никого больше к повышению нет? Есть. Элитный копейщик Брит. Так, куда ты пошел? Стопэ. Нет, не догоню. Давай вот этого догонять. Блять, гористая местность будет. Ну-ка, подожди, немножечко пропустим. Давай, выходи к равнине. Иди сюда, подлец. Хо-хо, это сам король Роди. Ах ты, усатый хер. А ну-ка. Я Роланд, который надерет тебе задницу. Сдавайся или умри. Собака усатая. Пардон, друзья. Ничего не имею против усатых. Недовольство только против короля Гвинида. Так, лучнички. Встаньте у меня вот здесь вот повыше. Значит, у меня соратники туда пойдут. Пехота. Быстрее давай. Сиськи не мните, вот сюда вот встали. Кстати, есть у меня тут кавалерия. Кавалерии вроде нету. Так, пехоты, значит, прячемся вот здесь, вот за бугорком. Так, все, спасибо, что попел мановарчик. Теперь следующая песенка. Так, стрелки. Надо спешиваться. Так, соратнички, ребятки, тоже сюда пошли. Так, собачка пошла на провокацию. Вон он, ихний король. На тебе, попал в него, смотри. Ну-ка, лошадочку давай собьем.
Или же попробуем его... Ах ты, зараза. Стой. Стоп, блядь. Спрятался. Ой. Так, лучники. Лучники, давай сюда. Вон он. Вот он. А! Твари. Держи. Ты зараза. Держи. Пацаны, терпим шквал камней. Все будет нормально. Они просто кидают камнями. Это херня. У них прачнички в основном. Сейчас мы их забьем. А лучники мои стреляют? Стреляют, отлично. Так, все, соратники пошли в битву. Тэшечку пробили, братцы. Все великолепно. С боков режем. А, не успел. Оп, не, еще не успел. Бывает. Роланс, буду нище. Так, отошли. И еще раз. Это ты кого? Сальвик! Ах ты, пас... Я тебя запомнил, усатый. Молодец! Нет, это не Сальвик была. Так, соратники отошли. Пехота спряталась опять с богорог. Ах ты, блядь! Ты смотри, они на этих... На стрелков моих наступают. Стрелки отошли, отошли. Пехота подошла сюда. Соратники в битву пошли. Твари. Со слабого места заходят. Или же нет, куда у меня там пехота смотрит? Да не обращай на этих внимания, мудаков. Тышечка. Все, приготовились, братцы. Вперед. Так, кавалерия тоже вперед. Я вот этими ушлепками займусь, попробую. Ах ты, блин, попробовал. Все, вырубили меня. Хорошо вырубили, сволочи. Так, ну кавалерию я на них натравил. Давай, пацаны, пробуйте. Пехота, держись. Пехота у меня отступает что-то почему-то. Хотя основные силы мы их разбили. Нет, не отступает. Перегруппировывается. Давай, пацаны, вали их. Отлично. У них голодранцы пошли. Все нормально будет. Наши побеждают. Ветеран Ангел убит. Плохо. Опа, трофеи пошли. Я вижу трофеи, которые нам надо захватить. Красавцы. Молодцы, молодцы. Раненые, раненые идут. Это нормально, нормально. Раненые, они подлечатся. Самое главное, чтобы убитых мало было.
Все, забили основные войска. Давай теперь голодранцев бей. Ну же, ну же. Отлично. Все, в догоночку пошли. Молодцы, молодцы. Умеете без батьки работать. Научил я вас. Да все, наверное, хватит. Так, сколько потерь? Убито 12, ранено 40. У врага убито 222, ранено 66, сбежал 1. Так, и сам король сбежал. Очень плохо. Мы могли бы хорошее бабло за него выручить. Ну да ладно, что теперь? Так, знаменосец, всадник, да все влезут. Так, как положено, обязательно. Трофеи нам тоже надо забрать отсюда. Ух, сколько трофеев. Все, больше не лезть ничего. Хотя не... Все. Так, повышение воина готово. По-любому я вас... Могучий воин Хускарл Норман. Англы. Знатный ангел. Могучий воин. Так, копейщик Норман. Копейщик ангел пускай будет. Так, воины англы. Наемник ветеран. Хорошо. Так, этот говнюк, ну пускай бежит, все, я его не догоню. А, брехенек. Надо кого-то в брехенеге мне оставить. Кто такой? Дезертиры 19. Че, охерели что ли? Ну-ка сюда пошли. О, 223 бойца, еще тут воины Гвинида. Тихо, тихо, тихо. Сколько у меня в строю? 254 бойца. Догоняем. Так, Гвинет разоряет восточный треф брехенек. Подожди, какой восточный треф брехенек? Западный. Под нападением. Надо их разбить, чтобы какое-то время они меня больше не беспокоили. Так, 5-1. У меня скорость 6-1. Догоню я одного. Эти присоединятся? Да. Майл у Мап Родри. Так, у меня 257 бойцов, 315 у врага. Многовато. Ой, блин. Ой, блин. Вот тут вот я не люблю сражаться. В такой местности. Ну ладно, попробуем как-нибудь. Лучники сюда пошли. Так, вон они бегут. Пехота пошла сюда. Лучников маловато как-то у меня. Так, как стоим, пацаны? Лучники, давай тоже 10 шагов вперед. Бегут там вражины, бегут. Так, собачка полетела в атаку. Лучники, давай еще 10 шагов вперед.
соратники. И что там летит? Собака. Собака моя летит. Думал, блин, отражение какого-то орла, что ли. Это моя собака. Боевая такса. Ну, братцы, что вы ничего ни одного не убили? Ну, кавалерия пошла вражеская. Провокация собаки удалась. Враг пошел в наступление. Куда ты? Куда ты? На кого Один пошлет? Никого. Давай вот теперь их обстреливай, парни. Кто-то уже отстрелялся. Пошел замес, отлично. Копья полетели. Так, стрелки, отходим. Отходим. Пехота у меня пошла вот сюда, вот. Соратники у меня пошли в битву. Пехота, стоим. Куда ты? Куда ты? Отлично, 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 отлично. Соратники сюда отступили. Молодцы, ребята, молодцы. Атаку отбили первую. Да, они его добьют. Так, вражеский полководец пал. Ну так вот вам. Не, хорошая позиция, хорошая. Чем у меня там с подкреплением? Бежи подкрепление. Молодцы, ребята. Молодцы. Лучники у меня там подошли к подкреплению. Так, соратники, вот сюда вот. Лучники, давай 10 шагов вперед. У кого там стрелы остались? Ай, жалко, ускоряшки тут нет, как в Total War. Ускорить бы время. Пока они там группируются. Пока они пойдут в атаку. Может, пока стрелы собрать? Так, 10. Стрелы. Стрелы. Отойди. Так, вот стрел был до хрена, пропали, наверное, уже. Да, пропали. Ну что ж, 17 стрел. Нормально. А вот еще стрелы.
Угу. Вторая волна пошла. Простолюдин. Щитами бегут сзади, у них посерьезнее войска. Первые прачники, они самые въебистые. Элита, мать ее, гвинецкой армии. Крепче воин сжимай топор. Как флот песится яру. Соратники, готовься! Уху! Замес попёр! Чё застряли? Соратники в бой! Пехота! Дави! Сбивай их! Ну, попади ты в него! Так, что у нас там с подкреплением? Подкрепление есть. Соратники вернулись домой. Кевлин, давай быстрее, быстрее в строй. Да, блин, попади ты. Оборванцы бегут в бой. Ты резвый ты какой. Все, блин, стрел больше нету. Хотя, чё у них тут сброд целый, блин? Побежали в атаку. Уху! Да! Пехота тихо, стопы здесь. Стрелки отошли. Тышечка. Кавалерия отошла. Соратники отошли. Так, кавалерия. Вернее, пехота. Ну-ка, подошла немножко поближе. Прикрываем соратников. Все, отлично, отступаем. Сольвейк, привет, рад тебя видеть в полном здравии. Все, сейчас здесь будем их зажимать. Соратники, готовься. Все, пошли в атаку. Пехота, зажимай их.
Отлично. Отлично. Че там у вас, подкрепление что ли? Да нет, нифига. В атаку, пацаны. Ах ты гад, все-таки вырубил меня. Опять. Ну, мы уже почти выиграли битву. Трофеев поменьше достанется, ну что теперь. Зато победа. Давай, добивай их. Ну все, он убежал. Убито 5, ранено 9. Это хорошо. Не, ты у меня в плену. Так, захват. Да, захват. Так, застрельщик-невольник. Элитный копейщик. Элитный застрельщик. Элитный страж. Знатный брит. Так, воин. Стрельщики, копейщики, все, больше не лезет. Готово. Ну, как положено, давайте, может, что-нибудь нам перепадет. Так, надо поменять что-то. Вот это вот. На вот это вот. Блин, еду тогда скидываем. Скидываем тогда еду. Масло нафиг. Вот так вот пошло. Поехало. Вот это тоже выкинем. Возьмем шлема хорошие. Так, 450, 180 выкинем. Вот это возьмем. Ну, овощи придется выкинуть. Вот это берем. Все. Пойдет так вот. К повышению воины готовы. Знатный ангел. Ну и бабосов у меня нормально. Так, 149 убегает. Блин, догоним. 4-5-4. У меня 6-1 вроде бы, да, вот скорость была. Нет, сейчас 4-3 стало. Не догоню. Восточный трев брехенек. Кто-то разоряет. Так, в заложниках у нас там. У него там моих нету. Вассалов нету. Пошли в восточный трехбрехенек освобождать. Так, здесь 177. Иди-ка сюда, сволочь. Иди сюда. Блин, желательно бы мне бы все это продать, сдать. Ай, награбленное. Так, Скуфабу. Предводитель бандитов. 3-1, 3-7. Я догоняю этих мерзавцев. Христианские проповедники. К повышению воины готовы. Так, элитный копейщик. Копейщик ангел. Давай воинов. Элитный воин ангел. Наемник ветеран. Крестьянка. Лагерная баба. Давай, пацаны, догоняем. Все равно их нам надо захренакать. Сдавайся или умри. С удержания позиции начинаем битву. Мне надо Эльгвинет тогда разбить, подчинить. Похоже, да, надо будет их покорять. Иначе они мне тут жизни не дадут. Они будут мои тут поселения грабить.
Мне надо Гвинет уничтожить. Так, они по-любому будут стоять в обороне. Так, ну что ж, все собрались. Пора наступать. Так, пехота у меня вот сюда пошла. Стрелки у меня вот здесь пока встали. Соратники вот сюда вот. Пошли, пацаны. Так, а я тут их попробую пока пострелять. Ну и они в меня попробуют пострелять. Попал. Мажу. Мажешь, Робин Гуд. Кто тут? Блин, собака. Давай в атаку. Пугаешь меня, блять. Лошадь! Спасибо. Поехали отсюда. В дерево врезалась лошадь. Зашибись, у меня лошадь самоубийца. Все, собака уже провокацию сделала. Зашевелился враг. Сейчас пойдет в атаку, наверное. Хотя фиг знает. Ладненько. Пехота у меня пошла вот за этот бугорок тогда. Стрелки здесь. Соратники сюда побежали. Пошла у нас атака, пацаны. Под нашу любимую песенку. Музычку. Ух! Тэшечка, братцы. Тесни врага. Ну что, вот и мы. Бежим, пацаны. Так, вот здесь вот их немножечко копьями закидаем. Стрелки. Соратники в атаку. Стрелки поближе. Вот отсюда их стреляем. Пехота пошла вперед. Тэшечку не забываем пробивать. Отлично, тесним. Тесним гадов. Держи! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Братцы, выручайте меня, блин. Экран еще тормозит. Все, отступили, отступили. Молодцы, молодцы, спасибо. И еще напоев. Отступили. И еще напоев. Все, захеракиваем их. Там у меня кавалерия еще оставалась. Кавалерия назад. Какой назад на 10 шагов? Это не тебе. Соратников спасаем. Отлично. Все, в атаку, пацаны, пошли. Все в атаку. Бьем за стрельщиков. Зараза, в меня целится. Давай, братцы. Гаденыш. Эх. Не торопись. Не торопись-ка. Да что ты... Попади в него. Отлично. Отлично. На, убежали.
Фу, забили мы их все равно. Так, отличненько. Сколько у нас ранено? Шестеро. Это фигня. 11 воинов. Атакуем. Все сразу в атаку пошли. Включили собаку. Я их немножечко потопчу-то. Да, с Гвинидом надо разбираться. Хоп. Хоп. Надо меч какой-то подбирать, чтобы на конешке тоже использовать. Так, они коня уже подранили. Все, уходим. Пацаны занялись ими. Собака, собака, в атаку. Не надо за мной бежать. Или ты убегаешь наоборот? Держи. Ну-ка, отстал от моей собачьей... Ах ты, подлец. На тебе. И-ха. Молодцы. Бей его. Красава, всадник англов. Так, далее, далее. Капитан корабля, добро пожаловать в отряд. Ульфхедин 2. Добро пожаловать. Датский викинг 6. Нанимаю викингов 8. Отличненько просто. Так, пятерочка еще влезет. Кто? Знатный брит. Элитный копейщик брит. Элитный застрельщик брит. Ну и все. Готово, как положено. Трофеев нету. Шлемчики есть хорошие. Ай, блин. Давай ячмень выкинем. Все равно почти доели. Пшеничку выкинем. Возьмем. Хлебушек выкинем. Возьмем. Восемьдесят. Ну ладно, хлебушек еще выкинем. Возьмем. Все, хватит. Так, теперь мне бы нужен... Япона мать, как далеко береговой форт Данов, а здесь ничего поближе нету. Блин, если только вот здесь береговой форт викингов. Ну давайте туда прогуляемся, заодно мы в земле врага прогуляемся. Почему бы и нет? Так, кто у меня там готов к повышению? Есть такие? Нет, никого нету. Ну да ладно. Так, с битва, дезертиры и тут гвинецкие ушлепки. В каменоломную заглянем. Викинги 87, нифига себе бродит, колобродит. А смотреть, давайте сдадим здесь своих пленников. Казание какой-то человек тут дает. Вот этот, по-моему. Штейгер. Ахтун, шляхтун. Так, я хочу поработать. Хочу продать всех моих пленников. 15 пени. Ну да, устроит меня. 1845. Все равно деньги. Хоть и маловато.
выгнать этот сброд колоброд. Хотя подожди, мулы. Нет, ничего, прощай. Блин, или оставить пока их. Не, нафиг. Выгоняю, да. Продолжить путешествие. В брехенек. Следуем. Хоп. Так, торговцы, трофеи отбит. Все это мы тут продаем. Трофеи войны тоже продаем. Отношения улучшились. Припасы нет, я здесь это все продавать не буду. Это все в форте данов будет, викингов вернее. Так, назад, назад. В медовый зал заглянем. Странник, копейщик. Так, посредник, копейщик. Сколько ты? 14 воинов за 5 тысяч. Ага, а ну хорошо, давай. Я согласен. Давай-ка воинов. Пускай будут данные копейщики. Пир для наших людей. Поиск новобранцев. Один вольник брит. Забираем. Так, уходим. Да, мы готовы. Я тоже так с будунищем могу петь. Дай мне похмелиться. Так, ну хорошо, Гвинет. Какие у вас тут... А, Каэрсвес. Каэрсвес. Замок. Так. Динбуч. Динбуч 2. Второй замок. Динэрт. Третий замок. Замок или деревня? Блин, похоже, деревня. Вот, наверное, замок. Так, 4 замка и ихний центр — это Инисмон. Кстати, можем мы ему и с моря атаковать, что мы, наверное, и сделаем. Сначала ихнюю цитадель захренакаем, а тут можем переправляться и замки ихние бить. Точно, в Каэр-Дуфе у меня как раз лодки стоят, так что мы готовы отправляться на Инисмон. Но это будет уже в следующей серии. А на этом спасибо вам, братцы, за внимание. Надеюсь, рассчитываю на вашу поддержку, на ваши лайки. Ну и до новых встреч. Пока-пока.